Здесь покоится царь-бог Куалопек, один из триумвирата, хранителей трех частей наследия, толкователей его записей, священных правителей Атлантиды. Я бы нырнул к тебе, но забыл дома плавки. И почему я не удивлена? У тебя одна работа, у меня другая. Я заберу его. Надеюсь, Натла дала тебе что-нибудь получше этого ружья? Не бойся, киска. Я предпочитаю работать руками. Только одна часть наследия. Где остальные? Погоди минутку. Я думаю. Эй! Ладно, мне все равно. Пьер наверняка уже нашел свой кусок. Пьер Дюпон? Где? Вот этого я не знаю. Ну ладно. Ты меня убеди. Черт, ты меня здорово напугала. Теперь дело за тобой. Я не то чтобы сомневаюсь, босс. Но почему вы уверены, что она не принесет нам его сама? Лара ни за что не отдаст наследие. Она слишком поглощена его тайной, как и ее отец. А, месье Дюпон? Ну как, нашли что-нибудь? Хорошие новости, мадам. Ваши сведения оказались точны. Я установил, где находится моя часть наследия. Вуаля! Место, где она спрятана, называется... Монастырь Святого Франциска.